Здравствуйте, я Ксения Бородина, и это телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга. Как вы помните, позавчера мы отправили домой Сэма за то, что он устроил драку с Рустамом. Но, как оказалось, Рустам считает себя не жертвой, а королем ситуации. И вчера, в честь своей победы, он даже примерил корону. А сегодня мы ожидаем приезда двух новых девчонок. И, может быть, Рустам, наконец, дождется свою королеву. Главное не забывать, что скромность украшает даже монарха. Сегодня 522-й день нашей телестройки. В городке 4 одиноких парня. Андрей проводит очень много времени с Викой, но уверяет, что их связывает только дружба. Олеся отвергла Рустама и отказывается с ним общаться даже по-дружески. Влад и новенький Денис тоже пытались за ней ухаживать, но так и не смогли добиться взаимности. Однако сегодня Олеся рискует потерять внимание со стороны своих воздыхателей, а у всех одиноких парней появится шанс найти свою вторую половинку. Ведь совсем скоро в городке появятся две новенькие девушки. Дэн, иди помоги мне. Ты уж вообще умыл руки и все. Я тут... вчера все помыл. Дэн, я понял, да. Но тут кроме... Дэн, я понимаю. Но кроме помыл... Тут смотри, что происходит. Тут надо не помыл, тут надо вызывать бригаду какую-то. Да, отнеси, пожалуйста. Вчера ночью заказалась такой свинарник. Убирала я, убирал Денис с какого-то бока. Но почему? Я не кричу. Я не кричу, я прошу его сейчас мне помочь. Потому что ты вчера ему не помогал ни разу. Как это ни разу? Ну ты вчера, вот я видела, как Денис вчера 3 раза убирался. Хорошо. Почему-то я об этом тоже убиралась, кто-то еще убирался, но не ты совершенно, Рустам. Потому что я не хотел вчера убираться. Давай тогда никто не будет хотеть убираться никогда. Пусть. И будем свинарники. Ну что, я вчера нож искала 4 часа. И что? И не нашла его. И в итоге? И ничего в итоге. Андрюха. Давай я укушу тебя, Настюха, за ухо. Подремился ты. Я подарю тебе лучше корзину, которую привела мне тетя Зина. Я ее бросил там на конюшне. Это моя корзина. Цветы мне подари, как поддержку. Цветы хочу. Да вопросов нет вообще никаких. На вот пока травы. Это себе возьми, Коль, блин. Ну а почему маленькие цветы красивые? Анастасия. Да ты можешь девочке подарить, которая сейчас приедет, блин. Не надо. Смотри, даже землерку струсил. С такими цветами я с тобой вообще разговаривать даже не хочу. Я приглашаю тебя на романтическое свидание. Вижу, ты уже тут замлела в ожидании. Вот принес тебе букетик от Сэма приветик. Просил тебе передать вот эти цветы. Сказал, чтобы месяц подождал, а ты... Извините, мне 101 розу дали, это не такой вот. А здесь тоже 101 травинка. Вот посчитай, Настюха, это как картинка. Вот смотри, одна, вторая, третья. Я вот 101 здесь приметил. Дело в том, что Настя, Дашко, она стала такая милая ко мне. Рустамчик, помой это, Рустамчик, сделай это. Дело в том, что... Когда я сюда только пришел, она также со мной и общалась. А потом вылезли всякое говно из этого всего. То есть она начала мне делать всякие штуки, о которых знают все. Мне это очень не нравится. Я просто чувствую под этим, во-первых, неискренность. А во-вторых, я знаешь, что думаю, чем это может закончиться? Она в какой-то момент мне скажет, подай мне там стакан, например, никого не будет. Я ей подам стакан, а она его возьмет и завопит. А, Рустам меня ударил. Или чего больше. А, Рустам полез мне рукой под юбку. А, Рустам это. А, Рустам то. Я не хочу, понимаешь, потому что вот с этого началось то, что началось. Вот именно с этого. Она была чрезвычайно дружелюбной ко мне вначале, понимаешь? А потом она стала делать те штуки, ну, которые она начала делать. Андрюша, что ты меня тащишь? Смотри, это цветы. Ты один завел. Ты своей девушке тоже такие цветы дарил? Смотри, это только как необычно. Не можно так играться, смотри. Стой одной розой. Можно так делать, дай сюда. Можно так делать. Можно так делать. Чего, блин? Что ты мне подарил, блин? Да ты, знаешь, о, все, нашел, да нашел. Ты нашел. На похороны подаришь, блин. Нашел. Давай. Смотри. О, вот это да. Поднялось все настроение? Да. Офигенно. Да. Сейчас еще один. А сейчас еще один найду. И вот еще. Вот видишь, если захочешь, то возможно. Да. Спасибо. Но. Я сейчас не шучу, на самом деле. Может быть, и влюбился очередной. Новая пора, ребята. Наступила осень. Новые эмоции, новые ожидания и новые люди. Поэтому встречаем новых девчонок.
Девчонки! Привет! 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 Сейчас узнаете. Садитесь. Привет, привет, красные сапожки. Как зовут тебя? Меня Диана зовут. Диана, очень приятно. Тебя как зовут? Лера. Лера, да? Окей, что же, у нас есть Лера и есть Диана. Кто начнет? Это вы должны Диана между собой начинай. Решить. Ну, Ромочка, раз ты так инициативный, признайся, я приехала к тебе. Ну что, ты невысокий, я невеличка. Если вспомнить все и проанализировать, ну, вырисовывается такая недостаточно приятная, мне кажется, для тебя картина. Можно я сейчас это озвучу? Давай. Я просто помню, с каким упоением Ольга Бузова читала смс-ки о том, что-то вроде «Оля, Рома тебе не пара, тебе нужен другой молодой человек». Помнишь, как она принимала с трепетом ухаживание Стаса, очень долго сомневалась между вашими отношениями и кого выбрать? Ну, ты знаешь, нам сейчас вот что-то новое не открыло, если честно. Но мне кажется, что все-таки Ромочке это неприятно, потому что даже мама. Не думаю, не каждому мужчине будет приятно, если его будут называть лысым карликом. Не каждому мужчине будет приятно, если отец и его девушки будет хотеть подраться, скажем так. Ну, ты знаешь, так. После этих слов ты мне сразу понравился. А мой папа будет тебя называть волосатым, как там, великаном. Слушай, ну, наверное, даже сегодня нам не стоит задавать вопрос по поводу твоего характера, да, вот, думаю, что добрая, вот такая вот нежная, и совсем не сплетница ни разу, ты, наверное, даже не осмелишься сказать, да, мы уже все поняли. Да нет, почему, я не думаю, что я сплетница, я просто хочу, между прочим, подчеркнуть, Ромочка, что за последнее время ты стал гораздо более интереснее и приятнее. Без Оли ты имеешь в виду? Да, без Оли, именно без Ольги Бузовой, вот это вот, ну, около месяца, наверное, да? Смотри. У тебя наладились отношения с Аленой Водонаевой. Вот, Алена, у меня, кстати, тебе личный вопрос такой. Тебе кажется, что Рома расцвел? Честное слово, я даже с мамой вчера на эту тему по телефону разговаривала. Я с тобой в этом полностью соглашусь. Тема расцвет, Рома. Большая часть вообще. Эта тема муссируется всей Россией. Все с этим солидарны, Ромочка. Ты радуешь. Спасибо я огромное. Я тебя угощу жевательной резинкой. Итак, мы продолжаем. Еще раз представься, пожалуйста. Меня зовут Валерия. Угу. Откуда ты приехала, Валерия? Да, намекну сейчас тем самым, кому приехала. Из славного города Старого Оскола. Понятненько. Это тоже понятненько, конечно. Да? Скажи, пожалуйста, ты бывшая девушка Андрея или у вас так были? Я бывшая девушка Андрея. Ты знаешь, у нас был уже печальный опыт приход бывших девушек на проект, вот, и ничем хорошим, в принципе, он не заканчивался. Не как-то не было, Майя, не надо сейчас говорить, что не было. Не тот случай. Не тот случай, не да? Тот случай. Чем он отличается? А вы посмотрите. Нет, не надо, ты нам сейчас докажи. Дело в том, что Андрей, как бы я его знаю довольно-таки давно и хорошо, одна Люб. То есть ты сейчас хочешь сказать о том, что Андрей продолжает любить тебя? Что здесь у меня получается только потому, что он до сих пор любит тебя. И ты сейчас пришла для того, чтобы с ним строить новую любовь. Абсолютно точно. Может быть, Андрею есть что сказать нам на это? Я не могу сказать, что я прям там, до сих пор влюблен там безумно, ты знаешь. Ладно, подожди. Не, но тем не менее, ты знаешь, то время, когда мы были с тобой, да, очень много было хорошего. Наверное, хорошего было больше, чем плохого. Хотя мы, как я считаю, расставались. Когда это было? Ну, тоже месяц. Тысячу лет тому назад? Не, ну уже прошло месяцев 7, наверное, где-то так. Почему вы расстались, Андрей? Ну, кстати, я хочу задать тебе вопрос, знаешь, я еще до сих пор не верю, что это она. Вот как она мне ответит, я пойму, это она или она. Лерочка, скажи мне, пожалуйста, почему мы с тобой расстались? Последний раз? Да. А, потому что ты, сволочь, испортил мне жизнь. А, она. Вот. Все, верю, она. Скучал? Да, ты знаешь, мы как бы... Я до сих пор не знаю, вот, наверное, поэтому мы и расстались, что я, сволочь, испортил ей жизнь. У тебя есть шанс все исправить. Ты знаешь, последний что? На этот раз. Но сейчас мы узнаем. А, Андрей, ты хочешь вообще этого шанса? Хочу. Ну, понятно. Ну что ж, хорошо, мы немножко узнали о девчонках, сейчас мы узнаем намного больше, потому что замечательные вопросы. У меня вопрос к Диане, вот я вот хотел бы у тебя спросить, почему ты думаешь, или я не знаю, может, ты не думаешь, а чем ты вообще лучше? Может, ты вообще не думаешь? Лучше Оли, например. Я не говорила того, что я лучше Оли, но просто, во-первых, мне кажется, что мы были бы достаточно гармоничной парой. Может, ты что-то приготовила, чтобы сказать прямую глаза Роману? Естественно, вопреки его желанию, я ничего делать не буду. Он сам выберет, ему помогут ребята.
Но я думаю, что было бы неплохо. Тем более я уже сказала то, что я считала некрасивым по отношению к Роме со стороны Оли. Устраивает ответ? Понятно. У меня вопрос к девушкам. Какой человек вам больше по сердцу, какого бы хотели видеть рядом с собой? Тот, который действительно является человеком-сюрпризом, пусть он будет странный. Вы не будете понимать его с первого раза, но зато вы знаете, что от него можно ожидать чего угодно. Сегодня вы ругаетесь, завтра у вас путешествие на край света, послезавтра еще что-нибудь, потом вдруг третья, четвертая, пятая, вся жизнь такая. Себе. Или человек, который тупо идет на работу, приходит, садится на диван, но вы знаете, что он ваш, он никуда от вас не денется. Руслан сейчас спрашивает, если бы у вас было два выбора, либо вот он, да, такой весь вот, или такой тупой лох-мещанин такой, да, с которым вообще неинтересно, вот такой, ну, банач, таких нас много здесь, в принципе. Вот ты бы кого выбрала? Конечно, лох-мещанин. Естественно, я вообще мусульманка по вероисповеданию. Люблю темпераментных мужчин, да, мужчин, от которых можно ожидать сюрпризов, но нормальных. Если они будут с долей негатива, это уже перебор. Негатив? Что такое негатив? Ну, если его сюрпризы будут направлены, допустим, по отношению ко мне, какие-то патрули совершенно, я, конечно, отвечу, я не буду рассматривать его уже как молодого человека. К чему это? Нужно заботиться о своей пассии, беречь ее. Что ты собираешься беречь? Объясни мне, пожалуйста. Я не импульсивный, темпераментный отношение. Да, вот да, но я не говорю я о мордобитии сейчас. Не о мордобитии. Пардон, это а почему точно. Ты считаешь, что со мной актуально разговаривать о мордобитии? Не знаю, мне кажется, ты в эту тему пошла. Нет, мне кажется, для тебя она просто... Это ты опять на самом наболевшем просто. Я сейчас говорю, естественно, все это... Можем просто выместим злобу давай друг на друге. Давай. Дело не в мордобитии. Покажи, как вывести. Рустам, еще раз, что-то неясное осталось? Внимание, дорогие дамы, вы сейчас стоите на пороге своей большой любви, как вы, так может быть и вы. И вы уже постучались в дверь, за которой стоит эта огромная любовь, и дверь, возможно, откроется. Но для того, чтобы эта дверь открылась, вам необходимо пожертвовать самым ценным, что у вас есть. В данный момент или в жизни вообще. Готовы ли вы пожертвовать? Если да, то чем? Да всем я жертвую ради него. Пожертвовала своей отличной работой. Я мясо продавала. Пожертвовала этим. Ради обувщика. Ого. Да. Я мясо продавала, а он со своими шлепками всю жизнь расшлепал. У них, наверное, бартер был. Я куплю мясо. Хорошо, мясо спасибо, а понятно. Микрофон. Чем пожертвовала бы я? Я уже пожертвовала. У меня как бы есть... мне нравятся молодые люди, как и всем, разумеется. Внешне и внутренне. Вот я немножечко жертвую по части внешности твоей, вкусом своим. Да, все жертвы. На жертвы бросилась просто. Отличный комплимент в адрес Романа Третьякова. Отличный. Май. У меня вопрос только к Диане. Диана сейчас несет на себе такую нелепую маску доброжелательность. На дворе. Такая вот, то есть... И надо раскрепоститься, давай? Давай. Ты будешь сейчас, давай, другим персонажем, ты будешь Степашкой, а я Филей. Давай. И мы с тобой поговорим, а ты будешь рассказывать о том, как ты себя чувствуешь, да? Начинаем. Давай. Филя, давай. Привет, Диана. Как себя чувствуешь? Расскажи. А это Степашка. Перепутал. Мать, привет. Привет, хорошо себя чувствую. Не думаю, что маска нелепая. Города надо брать обаянием. И ты думаешь, что ты сейчас обаятельная? Сейчас нет, но до этого думала, да. А не чувствуешь себя сейчас полной дурой? Но если только наряду с тобой. Отлично. Вместе. Спасибо. Пожалуйста. Молодец, умничка. Andrew, your questions, please. Я не буду задать вопросы, потом у него все спрошу. Мне вот это интересно, Диана, как ты считаешь, ты по параметрам подходишь для девушки, которая бы могла понравиться Роману? Что касается параметров, мне вообще сегодня параметр нижний порадовал мой, когда меня мерили, 90. А так, Ромчик, давай встань. Давай встанем уже, наконец.
это полоска. По-моему, очень даже мило. Это у меня еще 10 сантиметров каблуков. Как вам? Очень хорошо. Даже Роман кажется высоким на твоем фоне. Я вот так вот должна. Роман, ты тоже могучий. Роман Джек Николсон просто. Ну окей, хорошо. Ну что ж, девчонки, у вас есть целый день для того, чтобы обаять своих бывших или, возможно, будущих молодых людей. А может быть и вообще так получится, никого обаять вы не сумеете. К сожалению, сегодня вечером уйдете. Но еще не вечер, девчонки, поэтому сейчас все переодеваются на стройку, но вы идете на тет-а-тет. Спасибо огромное. Без носков-то. Жарко, мне ноги мокрые. Любишь? Нет. А что надо? Пришла пора ждать, да? Ты как себя ведешь? Хорошо себя веду. Ты скучилась? Где Бузова? Она в Питере, там у нее проблемы. Когда приедет? А тебе что, Бузова нужна или я не пойму, что? Да хотела бы поболтать с Ольгой. С подружкой. Мясо много продала. Че тут, как тебе не пора отсюда? Ну, ты знаешь, мне здесь нравится. Нет твоих друзей. Которые типа постоянно. Теперь здесь мои друзья, Лерочка. До поры до времени. Итак, ребята, у меня для вас сегодня хорошая новость. На стройке мы сегодня ничего не делаем. Ура! Тихо-тихо, только копаем. Вот, копать мы будем, будем срезать штыками от лопат вот этот вот замечательный бугор. Весь инвентарь у нас вон там, это две тележки и уйма лопат, масса просто. Мы, так, девочки, спокойно, мы срубаем, складываем землю в тележки и отвозим вот в эту замечательную кучу. Все, работа закипела. Где лопатка? Так, Степан, не притворяйтесь. Где лопатка? Я вам сейчас покажу. Степа, принеси мне тоже лопатку. Ну и что ты как думаешь, построим отношения в очередной раз? Ладно, ты хочешь, я тебе дам шанс. Ты хочешь этого реально, сама? Ты серьезно? Не, не хочу, а что ты приперлась? Так поболтать. Ты соскучился? Ну, чуть-чуть, если только. Серьезно. Да. Ну, ты знаешь, у меня сейчас тоже тут отношения завязываются. Развяжутся. Но. Я сейчас не шучу, на самом деле. Ну, может быть, и влюбился в очередной раз. Ну, ты однолюб, я же уже говорила. Ну, может быть, ты меня просто плохо знаешь. Кстати, сегодня с Викой собрались на тет-а-тет в баню. Я с вами. Зачем? Или лучше без Вики пойдем. На тет-а-тет. Давай про Андрюху споем. Андрюха всегда поет про всех, а теперь к нему приехала девочка. У Андрюхи приехала девочка одна. Надела штаны, надела перчатки. И Андрюху хочет женить. Что ты думаешь об этом, солнце? Я тебе расскажу, подруга. Мне кажется, влип по уши Андрюха. Мне кажется, теперь он будет с ней встречаться и ночью, наверное, в кровати кувыркаться. Йоу. А тут возникла одна заноза. Эту занозу зовут Вика. Это Вика теперь нормально жить не даст ни Андрюхе, ни ему, его девчонки Лёке. Нам не на Андрюху глубоко забить, потому что не хочу я его любить. Мне кажется, это все отмаз, потому что к Андрюхе приехала бывшая девчонка. Девчонка просто класс. И Вика сразу себя почувствовала как-то хреново от того, что Андрей затусил с ней снова. Знаешь, я бы, наверное, если бы он сюда не попал, я бы, наверное, не сделала такой шаг. А именно поэтому, наверное, я сюда и приехала. И до того, я же говорю, повторюсь, наверное, опять, до того момента, когда здесь он просто гулял, там развлекался и тому подобное, мне было спокойно, я за него так болела. Начали эти бани и тому подобное. Ну, не знаю, можно назвать это, я не знаю даже, не буду громких слов таких говорить, как любовь. Ну, ревность, наверное, заграла это факт. Ты любишь Андрея? Ну да. Ну да или да? Да. Любишь, да? Да. Вы любите друг друга, да? У вас отношения, наверное, сейчас возобновятся. Вы собираетесь оставаться на проекте или вы уйдете с него? Ну почему нет? Я думаю, можно остаться. Брошенная Вика, да? Почему брошенная? Вот я, например... Меня кинули. Ты меня кинул. Во-первых, я сама кинула. Как вещь ненужную и забытую.
Май. Ну, давай. Если с тобой так обращаются, не знаешь, что со всеми так обращаются. Я считаю, что нет, девушка... Нет, есть факт. Тебя бросили на глазах у всех. Отсели от тебя. Уязвленной публики. Что ты тут несешь? Давай, говори. Я считаю, что девушка, которая приехала к Андрею, его бывшая девушка, они очень подходят, они создадут тут очень сильную пару и вполне возможно, что даже может выиграть дом. Угу. Два раза. Кстати, к Вике абсолютно ничего личного. Она мне очень понравилась. Такая довольно-таки приятная девушка. Я думаю, что она добрая сама по себе, не стервозная, ничего такого. Мне нравится это, особенно женщина. Ну, нам тесно быть втроем. Да конечно, мне кажется, Вика сложила лапки просто. Да ну вас. Нет, она увидела сильную конкуренцию в лице Леры. Она просто где это говорит? Да не все, я все поняла. Я вообще очень замечательная, очень шикарная девушка. Я считаю, ребят, мы вообще не можем Вику сравнивать с кем-либо. Действительно. Такой, как Вики, ребят, ее надо поискать, такую девушку. Вика у нас яркая, она умна. Она сексапильна. Вот и все. Мне с ней интересно все. Как я говорил, знаешь, вот по тем параметрам, по которым я вижу свою девушку, она мне подходит во всем. Мне с ней не скучно, мне с ней всегда весело. Я могу с ней быть самим собой. Я могу, знаешь, ну, что-то грубо сказать, она воспринимает это как шутку. Если я кому-то здесь говорю что-то в грубой форме, меня начинает обижаться. Я знаю, что она не будет обижаться. Она знает меня, она чувствует меня. Я чувствую ее. Это человек, которого, когда я обнимаю, я понимаешь, я чувствую ее изнутри, я чувствую ее запах. Ну, это даже вот словами я не могу. Наверное, это и есть любовь, потому что вот когда она рядом, мне больше ничего не нужно. Хорошо, вот допустим, она сегодня остается, да? Вы будете бороться за дом или вы просто уйдете? Нет, мы будем бороться за дом. Потому что я хочу дома, мне нравится шоу, я себя здесь чувствую очень хорошо. А если на какой-то момент она скажет, Андрюх, мне тут тяжело, давай уйдем вместе? Я думаю, она так не скажет. Ну, а если вдруг она так скажет? Я уйду с ней. Ты уйдешь я с ней. Уйду с ней. Ты а вот эта маленькая пигалица из фильма «Девчата», которая к Ромке пришла, она какая-то фальшивая, такая вся добрая, все казаться всем хорошей. Да, конечно, я вас так люблю. Ромочка, ты такой хороший. А тут же на Дениса переметнулась. И тут же рассказывают всякие сплетни и начинают лезть под кожу тем, что там у Ромы с Олей и с Олиными родителями не все в порядке в отношениях. Я не думаю, счастье не пошло. Что она фальшивая, она такая радостная, жизнерадостная, да, жизнеутверждающая позиция. Да, бить меня лопата, я улыбаюсь. Да, да, а по поводу сплетницы, у нас был отличный пример, она в чем-то похожа на Камилу, мне кажется. Да. Ты все-таки рассчитываешь на то, что Роман обратит на тебя внимание, и ты разобьешь их пару. Ну, знаешь, вот ты сама, вот сейчас представь, вот есть 100% и 100%, каков шанс? Разбить пару их? Да. Ну, процентов может быть 40, ну, ближе к 50. Угу, 50%, да? Каким образом ты будешь это делать? Ну, города надо брать обаянием, как я уже сказала. Рома нестандартный человек. Я думаю, что я тоже иногда... наши взгляды похожи, по крайней мере. Я смотрю его суждения, они часто совпадают с тем, как бы я среагировала на ту или иную ситуацию. Но не факт, что его это устроит. Согласна. Ну что ж, будем подключать всю свою женскую загадочность. Я ей задала вопрос. Как ты думаешь, у Оли и Ромы уже отношения год. Что ты можешь ему дать такого, что вот прям вот ты пришла и все прям станет по-другому? Она на этот вопрос не ответила, никакого определенного плана нет. И тут же она переметнулась на Дениса. Кажется, она слабоватая. Мне понравились и Диана, и Лера. И если ребята приложат определенные усилия, мне кажется, у них получится построить отношения у Андрея с Лерой. А Диана, кажется, мне добродушной, это ее естество. То, что ей нравится Рома, ее право. Но мне кажется, что если останется Диана, то она может построить отношения с Денисом. Приезд Дианы, он как-то может отразиться на ваших отношениях с Ольгой? Конечно, я сразу сейчас наброшусь со всей прытью на Диану и буду строить с ней свои отношения. Нет, никто тебе про это не говорит. Но вообще вот давно не приезжали девушки, да, в пару. Смелый поступок. Как ты его оцениваешь? Я польщен, безусловно, мне очень приятно, но надо отдавать себе отчет в таких действиях, что нужно быть чрезмерно в себе самоуверенной, и чтобы сделать такой шаг. Тем более, ты сейчас что... намекаешь на то, что она Ольге Бузовой не соперница. Конечно. Я вообще не уверен в том, что
у Оли есть какая-то соперница. До тех пор, пока человек любит другого человека, я думаю, вообще соперников нету у этих людей. Возникают какие-то там ситуации, недопонимания, конфликты, но я не думаю, что у кого-то и у меня, и у нее могут быть соперники. Понятно, мнение всех лохов мы выслушали, теперь царское мнение. Мое мнение, как царя вашего, следующее. На колени, смерды! Следующее. Слава богу, что теперь Андрюхе есть будет чем заняться. У него теперь, слава богу, появится личная жизнь, я надеюсь. А Диана пусть идет домой. Я знала, зачем иду, и думаю, что если я даже здесь не останусь, знаю, с чем иду. С чем? С кем? А, с кем? То есть, если сегодня уходишь ты, вслед за тобой уходит Андрей. Надеюсь, что... Сегодня меня поразили две вещи. Тональный крем Ксении Бородиной и капуста с ананасами. Встречайте, капуста с ананасами. Поаплодируем капусте с ананасами. Ну что ж, я думаю, что больше всего сейчас радуется, наверное, Ольга Бузова, когда видит всех нас здесь на ловном месте, особенно когда она видит Дианочку, такую прекрасную девочку, красивую, симпатичную, худенькую, стройненькую и маленькую. Дианочка, расскажи, пожалуйста, как прошел твой день? Очень стремительно, очень динамично. Разумеется, не пожалела, что сюда приехала. Милые ребята. Очень понравился новый мальчик Денис. Участливый, понимающий, обаятельный. Так извините, спасибо. Извините, тут поправочка. Так все-таки Роман или Денис? Мы пока не понимаем. А, ну, пардон, я приехала сюда, не зная, что здесь еще есть Денис. Сейчас, конечно, Денис. Ну что ж, как твой прошел день? Очень динамично, и теперь я посмотрю... Стремительно, динамично. Посмотрел на остальных... прием, опять же. О, да. Посмотрел на других мальчиков, и не знаю, или пришла ли я теперь... Андрею. Это же на тебе видео. Девчонки, ну что ж, сейчас я вам даю возможность уговорить, возможно, ребят, да? Может быть, как-то разжалобить их, надавить на мозоль. Короче, сделать так, чтобы вы остались. Твое последнее слово. На самом деле, не буду давить и разжалобить кого-то, не буду пытаться. А Андрей, тем более, на тебя не буду давить. Я... знала, зачем иду, и думаю, что если я даже здесь не останусь, знаю, с чем иду. С чем? С кем? А, с кем? То есть, если сегодня уходишь ты, вслед за тобой уходит Андрей. Надеюсь, что так. Это шантаж, ребята, не поддавайтесь, это шантаж, я чувствую, это провокация. Хорошо, твое последнее слово. В любом случае, мне будет приятен любой исход. Еще раз спасибо. Я думаю, что здесь действительно можно построить настоящую любовь, истинное чувство, поскольку поддержка чувствуется со всех 14 сторон, 15. Вот. Спасибо огромное. Ну что ж, сейчас мы действительно узнаем, кому здесь суждено остаться. И начнем мы со Степана Меньшика. Я голосую за то, чтобы осталась Лера. Потому что она приехала к Андрею. Хорошо, спасибо, Влад. Я поддерживаю в данной ситуации Диану, потому что просто хочу оказать ей поддержку. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, мне, Денис, что хочу сказать, да, мне очень понравилась сценка Дианы, вот. Но дело в том, что произошло именно то, что чего Андрей долго ждал на этом проекте, и что... Действительно, он нашел свою ту половину, которую он ждал, и он даже сегодня немножко изменился и успокоился как-то. Секундочку, Денис, прости, что перебью. Это сейчас об Андрее, и всем прекрасно все понимаем. У тебя бы могли сложиться отношения с Дианой, если бы она осталась на этом проекте? Может быть, останется, мы еще не знаем. Я не знаю. Я ничего не могу сказать. А что ты так засмущался? Почему? Ну, во-первых, я, в принципе, жду того человека, который действительно приедет ко мне, а не приедет сначала к Роману, потом как-то переключится на другого человека, понимаешь? Что плохого в том, что она переключилась на тебя? У нас многие пары, да, даже которые вместе приходили к одному человеку, да, а в итоге оказывались с другим и жили счастливы. В этом нет ничего плохого, мне так кажется. Ну, пускай приезжает на следующее. Отлично, Денис. Чтобы спасибо, я... настоящий мужчина. Я... Очень хотел, я давно говорил о том, что Андрею уже пора завести себе личную жизнь. И перестать лезть в чужие. Я очень этого хочу. Более того, мне очень нравится Лера.
Она приятная девушка, у нее чувство юмора. Я голосую сегодня за нее. Спасибо, Рустам, Роман. Мой голос наверняка будет сегодня предсказуем, потому что Диана выразила мне симпатию, и я дам свой голос в ее поддержку. В отличие от Дениса, молодец. Спасибо огромное. Май. Невозможно, надоел же. Андрей ходит следом. Абрикос, Андрей, абрикос. Назови, как ты всем надоел. Абрикос, скрыться негде. В домик идешь, туда, абрикос. Туда прихожу. Вот, поэтому голосую за Леру, пусть он ходит. Лера, Лера, пусть следом ходит. Но вы всегда голосуете вот только ради Андрея. А как Лера сама, как человек-то, вам понравилось, ребята? Я вот так до сих пор понять-то не могу. Ну, конечно. Честно. Понравилось, да? Да, безусловно. Ну, отлично, мать, самое главное. Ну, соответственно. Сейчас удивишь, удивишь. Вот я хочу всех удивить. И как ни странно, хоть Лера и ко мне приехала, но поддержу я ее же. Ну, потому что... Я действительно, это мой человек, я хочу с ней быть, и думаю, больше объяснений не требуется. Спасибо огромное. Ой. Ребят, а может вам за периметр? И да, дать возможность человеку построить свою любовь? Не, ну как ребята решат? Ну что ж, спросите у ребят. Хорошо, ребята решили следующим образом. Сегодня с нами на телепроекте «Дом-2» остается Лера. Давайте поаплодируем этому событию. И сейчас слово Диане. Да, Диан, к сожалению, ты сегодня не остаешься, поэтому, может быть, тебе есть что сказать? Ну, разумеется, есть что сказать. Все вы знаете наверняка, что это было известно заранее. Как только я увидела трогательность отношений между Андреем и Лерой, я сразу все поняла. Конечно, сильная конкурентка приехала с готовой любовью, приехала ожидаемая Андреем. Ребята ходили подстрекаемые им же. Я желаю, чтобы ваша любовь здесь... действительно выросла, была построена, самая крепкая. Ребята, вы мне все очень понравились, будет возможность, непременно приеду. И знаете одно, на вас ориентируется поколение, дорогие друзья, поэтому контролируйте свои слова и поступки. Спасибо. Умничка, спасибо огромное, спасибо. Ну что ж, что ты такое хочешь нам сказать? Какая молодец! Давай. Ребят, я хочу уйти, вот, я хочу, чтобы остались обе девчонки. Я знаю, что у Леры будет все замечательно с Андреем, а Диана попробует построить отношения с Денисом, а прошу меня, разрешите мне уйти. Вик, почему? Я знаю, что я здесь не построю свою любовь, я хочу за периметр, я хочу... Ну что ты руки-то опускаешь, почему прям не построю? Я... Да. Это же Андрюха бросил. Да. Нет, на самом деле я всегда знала, что он любит единственного человека, и с начала моего пребывания здесь я знала уже о Лере. И просто это была вот моя поддержка. Он меня поддерживал очень хорошо, спасибо тебе, Андрей, огромное. Я действительно тебя люблю. Ребят, я вас действительно успела полюбить, безумно буду скучать, и прошу вас спустить меня домой. Отпускаем? Нет. Да! Нет! Ну что ж, все-таки решают участники, вот, поэтому давайте проголосуем сейчас. Давайте начнем с Андрея. Андрей. Я отпускаю Викторию, потому что я знаю, как она хочет домой, я знаю, что там она точно построит свои отношения. Спасибо, Май. У Вики болеет бабушка. Ей очень срочно нужно увидеть бабушку, она сразу выздоровеет. Хорошо, спасибо, солнце. Как бы мне не хотелось сказать «нет», и как бы мы с Андреем не сговаривались голосовать против того, чтобы Вика ушла. Но вот раз она захотела, значит, она знает, что ей нужно больше в этой жизни. Да, Вика, проваливай. Понятно, Олеся. Вик, я бы не хотела на самом деле тебя отпускать, честно тебе говорю, потому что без тебя будет грустновато. Не отпускай, говори, нет. Нет. Спасибо, Виктория. Я считаю, Виктория очень красивая, умная, сексуальная девушка. Я успела ее полюбить искренне, честно, подружиться. Но при всем при этом уважаю выбор твой, и он только твой. Если ты так считаешь, то я тебя поддерживаю. И наконец-то у нас останется всего лишь одна Вика, точнее Виктория. Никто уже путать не будет. Замечательно, Роман. Вика показала мне сегодня стриптизерское платье. Я буду жалеть, что ты никогда в нем не станцуешь. Но зато она будет этим платьем хотя бы пользоваться. Спасибо, Роман. Пока. Рустам. Викуся, я так тебя люблю. Я так хочу, чтобы ты была спокойная. Чтобы все прошло, как в литературном романе. Милая моя.
вали отсюда. Да! Отпускаем. Я за то, чтобы ушла Вика, потому что она действительно очень долгое время хочет домой. Спасибо. Ну, Вика, ты серьезно, был такой энергичный, такой красивый человек. И действительно, ты решила уйти, понимаешь, это твое мнение, я придерживаюсь твоего мнения. Долгое время общаясь с ней, с Викой здесь, я давно понял, что это человек, он всегда знает, что он хочет. Если она хочет уйти, то пусть она идет. Никто ее не остановит. Ну, ты знаешь, что я против, потому что я тебя очень люблю, ты моя подруга, мне будет тебя не хватать. Но твое мнение для меня очень важно. Если ты считаешь, что так тебе будет лучше, если ты там будешь счастлива, то, пожалуйста, иди куда хочешь. Видимо, я один против того, чтобы уходила Вика. Это действительно так. Я могу перекреститься, я крещеный, вот вам крест. Я хочу, чтобы Виктория покинула. Я очень искренне на это надеялся, что уйдет Виктория, а не Вика. Ну, Степ, ну что, я вот так вот думаю. Так значит, ты не хочешь. Я против, чтобы Вика уходила. Хорошо. Ну что ж, таким образом, большинство голосов решило, что Вика должна быть счастлива. Счастлива должна быть за периметром. Поэтому, Викуся, мы тебя отпускаем сегодня, идем провожать. А мы увидимся завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект «Дом-2». Построй свою любовь. Видишь, он там девушка? Где? Она тебя любит. И ты ее любишь, и все у вас будет хорошо. Отдаю тебе надежные руки, так и быть. Так, Вик, если тебе там будет плохо, знай, сюда ты всегда можешь не вернуться. И даже не поешь сегодня жареного мяса. Которое мы готовим, между прочим, солнце. Поэтому тебе повезло вдвойне. Мая, все, бабушка. Бабушка надо оставить девочку. Вообще, одно отношение, все будет. Бабушка, бабушка, ничего другого. Рома. Рома. Я не знаю, как никто не догадался о нас. Да все догадались. Лесечка, все, мы хорошие. Смотри, какая наказа. Можно я скажу? Я не знаю, что он толкнул на это решение. Спасибо огромное. Ты мой хороший. Узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь она и есть только то, что кажется. А теперь я хочу тебе подарить кое-что на память. Это тебе. Да, спасибо тебе. Бродулечка. Здесь она. Ты сегодня прям наругала. Прям напоследок тебя наругала на лобном месте. Сашечка, привет. Хорошо, передам обязательно. Все, ребят, я вас обожаю, люблю. Вика. Андрей, забыл. Прости, Андрей. Я отпускаю тебя. Ой, спасибо тебе. Ой, спасибо. Ты свободна. Видишь, он там девушка? Где? Она тебя любит. И ты ее любишь, и все у вас будет хорошо. Отдаю тебе надежные руки, так и быть. Ну все, мать, давай, задержалась. Все, ребят, я вас люблю. И мы! Давай! Пока, толстушка! Мы! Счастливы! Слово «переключилось» мне очень не понравилось. Мне Ксюша спросила о том, что тебе сегодня запомнится, расскажи, как прошел твой день. Для меня новинкой сегодняшнего дня новостью был ты. Был приятной новостью. Но это не значит, что я таким перебежчиком сейчас окажусь. Мы пока поговорим. Непременно поговорим, только ты чуть-чуть неправильно приподнялся. Я не хочу, чтобы ты так думал, ладно? Да нет. Нет, делай, но это не страшно. Ну, давай, без этого. Она что, отвалит? Нет. Нет, я не живая. Я не живая. Не отвали. Как думаете, Андрюха будет с Лерой на домик претендовать?
Да. Будет, да? Конечно. Ну, так, так, так. Я же нервы буду за то, чтобы они туда въехали. Угу. Я вот из своих меркантильных соображений. Дело в том, что Андрюха очень шумный. Ночью это чрезвычайно мешает. Знаешь, зато сюда дошку переезжает. Это в два раза сильнее. Угу. Но она будет находиться в женской половине угу. своей. Она будет находиться женская, но слышно ее будет громче, чем Андрюха. А мне Андрюха не мешает, потому что у меня есть беруши. А я тогда возьму маленькую раскладушечку где-нибудь и перееду к Алене со Степой. Нет, спасибо. Ну, спасибо, мы тебе коврик не нужен. Не-не-не, никакого коврика, мы будем жить там вдвоем. Не-не-не, Аленка, поздно.